такая, еще один альбатрос. Два альбатроса. Всем привет, друзья! Давайте сегодня с вами поиграем за квест Жреца на Воскрешение. Но не за простого, а с проклятыми альбатросами. На мой взгляд, именно в Жреце получится реализовать максимальный вэлью с альбатросов. И все благодаря различным воскрешениям, призывам, например, с колонадельни. А если заморочиться, то в колоду можно добавить еще и спиритизм вместе с духом смерти и реализовать еще больше альбатросов. Но так заморачиваться мы не будем и за основу возьмем хорошо зарекомендовавшего себя классического жреца на воскрешении и добавим две копии альбатросов. У меня часто спрашивают, зачем в медленный контроль колоде альбатросы, они не вписываются в концепт этой деки. На самом деле это абсолютно не так. С этим можно согласиться только в том случае, если получится реализовать одного, максимум двух альбатросов. С жрецом же обстоят дела совсем по-другому. Рассмотрим следующую ситуацию. На третий ход разыгрываем альбатроса, размениваем его. На четвертый заходит психопомп, новый альбатрос появляется с перерождением, и это, считай, уже 6 альбатросов в колоде соперника. Возможен призыв альбатросов с клонодельни, воскрешение с Катрины, массовое воскрешение. Есть вторая копия альбатроса. Итого в среднестатистической игре замешивается как минимум 10 альбатросов. Здесь уже как повезет. Самое главное, благодаря замешанным альбатросикам соперник лишается ключевых топ-деков. Заместо них получает всего лишь тушки 1-1 и без добора ключевых карт может легко потерять темп. Жрецу же остается просто захватить стол и не спеша добить соперника. При игре с альбатрос жреца в старте в руке оставляем, конечно же, самих альбатросов и квест. Психопомпы имеет смысл оставлять только в том случае, если уже на старте находим существо за 5 маны или меньше. Под массовое воскрешение можно оставить и Варгота. Против медленных классов на старте можно оставить и клонодельню Зерока. Страта с замешиванием альбатросов одинаково эффективна против многих колод, но больше всего жреца на альбатросах страдают хайлендер колоды и друиды, которые просто заполонили ладдер. Жрецу же в свою очередь сложнее всего с разбойниками, в частности против голокрон темпа разбойников, которые обладают невероятным темпом, легко прокручивают колоду, даже несмотря на замешанных альбатросов. При должной сноровке некоторые разбойники кидают флик-заточку на своего же альбатроса и уничтожают всех замешанных альбатросов. И играем с вами против мага. К великому моему удивлению, это не хайлендер сборка мага, потому что мы с вами видели все-таки двух дракончиков. А вот против хайлендер мага замешанные альбатросы сделали бы свою грязь. Но в любом случае, разыгрываем Варгота в темп. Под массовое воскрешение в будущем. Астроманка призывает еще призывательницу. И заклинание есть за 0-2 призывой стихии. Капец, еще и мукла. Слушайте, и элем воды. В общем, это какая-то сборка элем мага, возможно. Ладно, сейчас точно призывается лазутчик. Хотя бы за счет лазутчика какой-нибудь жир забираем. И потом даем массовое воскрешение. Но у нас уже умрет, скорее всего, 5 существ, да. И пока умерло только 5 существ, нужно будет реализовать массовое воскрешение, чтобы гарантированно, ну, с большей вероятностью воскрешать именно Варгота. Но тут капец, тут еще и триплеты есть. Дуплеты, то есть триплеты же спали сражение, дуплеты, да. Дуплет мага. Ну, блин... Тут на изи, конечно, все разменивает. Маг еще ауешка на 2 жахает. Жесть. Ладно, зачисток у нас нет, поэтому... просто кидаем массовое воскрешение. Нужно воскресить Варгота, но Варгота нет. Но Варгота воскрешает Катюха. Катрина Муэрте. Неприкольно, слушайте. Но зато будут ремувалы и... Не очень, кстати. Ну хотя, на этот раз дуплет не очень хорошо заходит. 2 тушки, 4-4. И еще раз 4-4 тушки. И это, ребят, существа за 7 маны. Какова, думаете, такая вероятность воскрешения? Это явно не заход. По ходу дела у мага подгорело, и он ошлевнул от того, что воскресились такие слабые юниты.
Ну да ладно. Но, видимо, темп у него обломался совсем. Играем с вами, кстати, против друида. Это сейчас одна из самых популярных колод в ладере. И жрец на альбатросах себя весьма неплохо зарекомендовал против этой дечки. Но есть одно но. Нужно постараться как можно больше альбатросов соперников в колоду замешать. И тогда вот только тогда получится максимально красиво реализовать нашу колоду. Вот оно увеличение. Практически стандартное на первый ход увеличение от друидов. Ладно, пока ничего не играем. То есть это темповая сборка, еще и с разгоном. Друид на увеличение с новыми крылатыми стражами. Всякими существами с антимагией. Кстати, альбатрос заходит. Отлично. Слушайте, если сейчас альбатроса разменяем или заберут, то его можно будет воскресить с перерождением к тому же. Это 6 альбатросиков гарантированных замешано. Кстати, это не совсем стандартная сборка. Скорее всего, еще и сборка на драконах с их удешевлением. Ну ладно, кудри все равно нормально забираем, размениваем. 2 альбатросика уже есть. Супер. Это идеальный, считайте, третий, четвертый ход наш. И маленькая драконица всего лишь за 5 маны. Ой, за 4 маны, 7-7. Офигеть, он даже стал дешевле. Еще разгон. Смотрите, помимо того, что все драконы удешевлены, этот друид еще бахнул 2 разгона. Вот это жесть. Нужно хотя бы теперь надеяться, что он будет топ-декать драконов. Не. О, не драконов, а альбатросов хотя бы. Очень на это надеяться нужно. Капец, 6-10. 6-10 всего лишь за 5-то маны. Хотя нет, погодь, как за 5 маны, если он находился в руке? За 7 маны. Ладно, еще. Еще 2 альбатросика. И пока просто пропускаем ход. Пока просто пропускаем. Надежда на клонодельню. На выполненный квест. Хотя квест мы пока никак не делаем. Пошли альбатросы. Уже 2 альбатроса. Это, считайте, минус темп по добору у друида. Ну, здесь уже нужно кидать истерию, иначе нам лицо сломают. Небольшой шанс, что разменяются все существа, все-таки был. Но хуже было бы, если две жирных тушки разменялись в альбатросов и остались бы живы. Это был бы полный крах. Ну так ладно, хотя бы альбатросик выжил, это не страшно. Кстати, браконьер драконьей пасти. Видимо, этот друид задолбался играть зеркальные матчапы. И против дракона у него есть такая тушка против драконов. Считайте, был бы здесь 10 с натиском, вот это жесть. Ладно, пока просто делаем квест, лечимся. На следующий ход уже клонодельня. Квест 10 из 15, в принципе, неплохо. Еще 4 альбатроса в колоде. Норм. То есть сейчас у друида карты потихоньку, надеюсь, закончатся. И мы с вами будем перехватывать инициативу. Но тут есть еще и натиск с антимагией. Ладно, погнали клонодельню, пока не поздно. Пока есть существа в колоде, в идеале находить Катрину Муэрте. Но мы ее не призываем с клонодельни. Не очень прикольно. Ладно, Варгот еще призовет хотя бы одну тушку тогда. Насчет повторения заклинаний. И это еще одна Хартута. Итого, за счет Хартут мы с вами, я думаю, квест сделаем здесь без проблем. К тому же замешаем еще пару альбатросов. Так, это не забафанные волноплески. Это круто. Ну, размах, кстати, один отдал. Весьма опрометчиво друид. Вот сейчас придется ударяться. В каждую из этих тушек, кстати, у нас есть таранчик. У нас есть выполненный квест, и таранчик. Таранчик, хотя хорошо с мелочью справляется, а тут такие жирные существа, да. Но если что, его заюзаем. Ну вообще по жести, в каждую стенку ударяется. А, ну еще обилку решил прожать, окей. Так. Окей. У нас еще есть
А массовое воскрешение, самое главное, даже зачистка. И еще один альбатрос. Два альбатроса. Вот видите, и минус темп по добору. Меня спрашивают, зачем в колоде, в медленной колоде на воскрешение альбатросы? Они же совсем не вписываются в концепт этой деки. На самом деле это, ребят, не так. Блин, надо было альбатросов, наверное, даже лучше забрать. А так у нас двойное воскрешение. Это красиво. Варгот, конечно же, оставляем. И тут еще два альбатроса. Капец. Ну, друид просто заколебется их топ-декать на самом деле. Просто заколебется. Если варгот не умирает, весь стол этот зачищает, то это будет новое воскрешение, прикиньте. Так мы с вами эту партию, я думаю, и засушим. Есть зеленые исследовательницы. Смертокрыл. Но, по-моему, он должен умереть, правильно? Предсмертный хрип должен сработать. Да, вот он. Ему нужно было сперва вот эти хрипы, хотя бы хартут даже вскрывать, чтобы не было перерождений. А потом уже кидать смертокрыла. Да, так что погнали, пока даже закинем водоноса. А надо было нести в таранщике, я думаю, пока нет. Он и с натиском и так хорош. Сейчас в идеале топ-деки парочку топ-деков альбатросов. И все, считайте, минус друид. Это полноплеск, да. Кстати, у нас без перерождения был Хартут. Он же умирал, да, все верно. Ладно, погнали, даже таранщика закинем просто в темп. Даже не кару, просто будем усиливать стол. За счет одного лишь топ-дека друид не перевернет стол никак. Даже какой бы забафанный юнит не был, не сможет. А если будет альбатрос, я надеюсь, все-таки будет альбатрос. Блин, опять не альбатрос. Как только, короче, друид топ-декает альбатроса, все, это, считайте, победка. А пока здесь даже таранчик изи справляется. Бафаем его. И даже особо ничего не выставляем. Ну все, друид понимает. А топ-дека жить не вариант. Таранчик будет качаться, качаться, качаться. И лицо, в конце концов, ему и сломает. И играем с вами против охотника. Ну и сейчас есть фейс-ханты, хайлендер-ханты. Показывают себя, кстати, очень и очень неплохо. Но если фейс-хант, то это изи-вин на самом деле. Даже несмотря на то, что наша дечка с альбатросами. Так, две истерии и клонодельня. Ну, если это хайлендер, то просто дожить до клонодельни. Надеяться на то, что на седьмой не будет круша там какого-нибудь. И, в общем, затянуть игру, а потом альбатроса найти, замешать. Хайлендер дек уже перестает работать. И все, считайте, побольше альбатросов замешиваем. Надеемся все-таки, что фейсхант прожмет обилочку. Мы с вами уже потом проюзаем квест. Нет, видите, хант не ведется. Тогда просто разыгрываем квест. Не стал нас даже дамажить, просто пропустил обилочку. Такой себе хант. И зов хозяина, погодь. Он добирает три карты. То есть это колода чисто на зверях. То есть, погодь. Ну, в Хайлендер ханте вряд ли будут только звери. То есть это, скорее всего, какой-нибудь мид-хант. Правильно, то есть будут повторки. Так, прыгалап еще закинул. Монетку тратить не хочу. Хочу с монетки кидать именно клонодельню, поэтому подождем. Пятый дроп и так на следующий ход успеем закинуть. Либо лазутчика, либо водоноса, если не будет хп достаточно. Блин, а это свежий след. Кстати, новая карта из приключений, из первого крыла пробуждения Галакронда. И заходит весьма неплохо, слушайте. Начинает лицо ломать. Ладно, пока лазутчик. А потом уже его перерождение. Водонос. Ну, можно было и водоноса закинуть, но в таком случае этот урон весь бы гарантированно летел нам в лицо. Ну, понятное дело, здесь убиваем, конечно же, не мишку, да. Ладно, за счет перерождения, в общем, должны сдержать как-то охотника. Тут еще свежий след. Добирает еще и натиск. Спамит, конечно, и захламляет стол охотник по жести.
Так, значит, у него есть еще в руке и натиск. Но в таком случае лучше даже отдать истерию. Лазучик здесь вряд ли помогает. Тем более, куча такой мелочи, куда полетит этот предсмертный хрип, не особо понятно. Может, какой-нибудь саранчу 1-1. А так нормально, в принципе, истерия справляется. Так, мини-квест есть на натиске, да. Три натиска разыграть. Из пушки натиск, кстати, также считается. Еще один грифон. То есть, видите, повторки в колоде есть у ханта. Есть два грифона. То есть, это обычная какая-то мид-сборка. Давно мид-хантов не встречал. Ну, посмотрим, какой у него может быть вин-кондишн. Дечка, кстати, вроде как бюджетненькая получается. Ладно, погнали здесь. Кидаем дыхание пустоты и просто психопомпа. А на следующий ход, если мы доживем до следующего хода, в принципе, да, могут быть две команды взять, но нужен зверь и обилка. На все это место маны не хватит по-любому. Так что доживаем, будет просто клонодельня. Сейчас чисто за счет натисков, да, будет пытаться. За счет натисков, за счет перерождений убить лазутчика. Ну, это такое себе, кстати. Тут два предсмертных рипа. И, кстати, он гиену закидывает. Зачем гиену-то, а? Ударяется. Лол. Гиена выжила. Еще и пушки, да? С пушки будет саранча. И, по идее, должна умирать гиена. Но призывается саранча, и, конечно же, она умирает. Вот такой вот лаг получается. Отдавать кару яростную на одну лишь гиену, конечно же, не будем. Поэтому просто освобождаем стол. Клонодельня. И... Так, Катрин у нас в руке, да? Не получится никого ей воскресить. Просто тогда надеемся, то, что сработает еще одна клонодельня под Варготом. И просто призовутся две новые тушки. Поэтому Зелякса не трогаем. Просто отдаем двух таранчиков. Надеемся на новых существ. Но, блин, монетка, да, повторяется. Лол. Ну, ладно. Остается хотя бы 5 существ. Главное, 3 стенки, лечение. Главное, чтобы не было летала. Так, новая гиена с собаками. Пытаться за счет собак. Ну, главное, гиена без рывка. Главное, на люторога маны нет. То меня на 10 кристалл маны один раз так убивали. Тупо собаками разбафали гиену, кинули люторога, гиена там на 18 летела в лицо. Так что, может быть, все довольно-таки опасно. Так, ну мы тут лечимся в любом случае. Новый мини-квест, натиск. Но гиену, ребят, заберем, я думаю. Если стенок не будет, заберем. Варгота забирает, да. Боится двойного воскрешения. Боится. Так, вторая кара гибельная. Ну, я думаю, тогда без проблем отдадим одну. Но сперва... Сперва замешаем еще альбатросов, конечно же. Пусть хан порадуется новым зверькам в своей колоде. Все-таки мидхант на зверях, правильно получается. Вот ему и новые зверьки. Хан, я думаю, обрадуется. А так уже совсем скоро сделаем квест. Так, и можно Катюху закинуть, можно двух водоносов, но раз ничего на стол не выставляет, лучше даже водоносов пролечиться по полной, сделать квест, а потом уже и можно воскрешать с Катрины более-менее нормальные тушки, правильно? Будет меньше вероятность воскресить каких-нибудь психопомпов. Ну все, неплохо сыграно, понятное дело, против двух водоносов не справится. Так, но есть звериная стая и команда взять. Лол. Хант не сдается, слушайте. Не сдается. Значит, у него есть еще одна виверна. Блин, еще и тут натиск прилетел, еще и грифон. В таком случае Катрину кидать такое себе. Давайте Зелякса пока забафаем. Пусть будет Зелякс на столе, чтобы, если что, Катрину было чем защитить. Правда, тут виверна, да, опять будет 5-5 с натиском. Да, ну, понятное дело, виверна выходит, и не просто виверна, а еще и с ужасным
бешенством, да. Еще 3 виверны, 8-8. Да, вот это вот отличительная особенность Мидханта в замешивании мощных зверей, да. Ладно, тогда здесь даже имеет смысл бафать не Хартуту, потому что Хартута точно отъедет, пробафаем Альбатроса. Уж точно не будем бафать нашего психопомпа, статы у него такие в себе. Уже находит Виверну. Капец. И на 8-2 может пойти в лицо. Наверное, вряд ли пойдет в лицо, правильно. Иначе я тут все разменяю. Хотя уже не разменяю. Тут и... эти есть проголапы. То есть проголапы в метохотнике против каких-то агродек накидываешь на проголапа пробав, мощный лайфстил. Ладно, остается теперь кидать только Катюху. Таранчика отдавать не очень пока хочется, в том плане, что придется его сперва забафать, а потом удариться. А тут Зелиакс, в принципе, неплохо Катрину защищает, и это победка. Ну, видимо, уже все, пошли альбатросы, ресурсы закончились у Ханта, и он сдается. Пока что жрец проявляет себя сверхуверенно. Все-таки получается замедлять соперников, затягивать игру, замешивать альбатросов и тем самым перехватывать стол соперника. Это все-таки очень круто. Так, но это разбойник. Вот получится ли... посмотрим, получится ли разбойника такую темповую деку с Галакроном, скорее всего, с Вихлепыхом, с бесплатными картами. Получится ли его замедлить по темпу? Так, это, скорее всего, агрессивная какая-то сборка. Кошка Фараона играется именно какой-то темпо разбойница чаще всего. Так, ну, понятное дело, ударяться не будет. А, видишь квест у жреца, и автоматически уже его не атакуешь. Это своего рода бабл на первых ходах, пока нет стола. И тут даже кликлак играется, возможно, это какая-то Хайлендер сборка. Все-таки кликлака сейчас в разбойнике встретишь нечасто. Даже монетку отдает. Хвала Галакрона. И уже будет пытаться убить нашего альбатроса. Ну, удачи. Удачи. Два альбатросика в колоде. Играть, правда, нечего, но если что, можем просто пролечить разбойника. Делаем квест таким образом. В идеале, конечно же, было бы находить психопомпа, который бы воскрешал альбатроса, и это было бы еще 6 альбатросиков в колоде. Да, так, прихвостень. И идет, атакует. А зачем он атакует меня кликлаком? Он не хочет, чтобы я его лечил. Хочет, чтобы я сам себя лечил. Ну ладно, будем лечиться. Стол подзачищаем и лечимся. У нас все равно два дыхания пустоты. У нас много зачисток на самом деле. За счет этих зачисток нужно пока просто сдержать разбойника, считайте. И все будет ок. Надо же, на этот раз кликлаком не ударяется. Ну ладно, тогда долечим разбойника. Самого кликлака, конечно же, лечить не будем. Смысла что-то выставлять пока... не вижу, просто пока делаем квест. Ни водонос, ни лазучек не нужны. Тут еще и авантюристы, слушайте, есть. Авантюристы, по-любому будет Ван Клифф. Ну, такая жесткая, короче, агросборка. Но с Галакрондом. И Галакронд уже взывался на 3, да? Вернул щит Галакронда. Так, ну, здесь нужно уже истерить. И практически точно авантюрист должен убиться, потому что самая жирная тушка здесь щит Галакронда. И он выживает, да. В идеале, чтобы кликлак в щит Галакронда ударился, а потом уже авантюрист в щит. И были бы только микроботы. Так, еще призыв. Прихвостень на призыв, да. Ну, вторым дыханием можем здесь... И еще один. Что-то везет на безликих прихвостней разбойнику. И, кстати, от дыхания пустоты все умирает также. Дыхание пустоты плюс Зелиакс.
По-моему, просто идеальный плей. И даже меха забираем из ляксы. Еще и делаем квест. Ну, просто идеальный плей. Стол зачистили, пролечились. Квест 11 из 15. Норм. Еще один раз водоноса закинуть, уже квест сделан. Но все, да. Не будет у нас лечения больше зелякса. И еще и... Блин, Кронкс дал Галакрона. Еще последнее четвертое воззвание. И... Блин, скорее всего, на следующий ход уже точно будет Галакронд. Готовы ли мы Галакронду? По-моему, не очень. Ладно, тогда погнали водоносу, да, делаем квест. Альбатроса кидать не будем, просто закинем Варгота. Надеюсь, забайтим на размен Кронкса, правильно? Если будет Альбатрос, то его, понятное дело, будет игнорить разбойник. А вот Варгота, наверное, не заигнорит. И плюс, если что, будет массовое воскрешение... Может, будет и двойное воскрешение благодаря Варготу. Понеслась, ребят. Галакронд. 4 бесплатные карты. Ладно, есть, если что, кара гибельная. Так, авантюрист, считайте, за 0. 2 предрешенности. Так, это минус 3 карты, значит, за 0. Это уже хорошо. Но будут еще и прихвостни, да. Раскидал тут предрешенность. По обе стороны. Так, эволюция. Лучше бы даже Кронкса, наверное, разменял, а потом эволюционировал. Хотя, какие тут размены, да? Какие тут размены, когда лицо жреца открыто, супер стол. И что здесь делать, ребят? Водонос нас гарантированно не лечит, он сам раненый. Истерить такой себе. Стенка нас явно не спасет. Остается кидать только кару гибельную. Можно, конечно, обилкой пролечить водоноса. Но это такое себе. Такое себе, как, когда такой жирный стол, когда тут авантюрист. Нужно просто кидать зачистку и надеяться, что не будет летала у разбойника. Но тут есть потрошение. Потрошение даже за 0, и он его... Не отдавал в прошлый ход, хотя мог, да, закинуть последнее свое бесплатное заклинание, но решил таким образом ставить летал. Но против Роги, ребят, очень тяжело, слишком темпово. Даже несмотря на то, что в колоде добавились альбатросы, жрец чувствует себя, в принципе, неплохо. Даже с агроколодами справляется. Единственная проблема могут возникнуть с разбойниками, с какими-то темпо-деками, которые невероятно мощно оказывают давление. А так, мид-деки, контроль-деки разносятся на ура. Ну а если колода и ее обзор вам понравились, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписались. Вступайте также в нашу группу ВК. И до скорых встреч! В следующих видео. Всем удачи и пока.